Здравствуйте, мои хорошие! С вами Валентина Никита. Я вас приветствую на своем канале. Посмотрите, сколько у меня много добра. Я взяла в ателье, попросила их набрать мне для лоскутного шитья, для пиццы. Любые обрезки, они говорят, у нас одна мелочь, у нас ничего хорошего нет, хорошие куски мы оставляем себе. Но так как это пицца, я говорю, мне любые. И на пиццу, конечно, пойдет. Вот они. У меня обрезочки, но в основном в ателье отрезают джинсы. И вот разное, и вельвет, и джинса, и разные ткани, и тут и трикотаж, и пальто. Что собрали, то собрали. Я этому рада. Конечно, я ожидала, что будут другие лоскуты, вот подобие этого, что мне годится на пиццу. С джинсы я особо не дружу. И что я теперь делаю? Решила все-таки применение найти. Вот обрезанные брюки, да? Распарывать я не буду. Я сейчас отрезаю. Вот эти толстые швы все удаляю. Вот так беру и отрезаю. Сидеть распарывать эти швы овчинка выделки не стоит. И примерно вот из таких лоскутов мы с вами будем шить. Вот обрезка джинсы. Она довольно-таки широкая. Я ее могу вот так разрезать. На несколько частей. Это будет у нас техника подобие как бора. У меня в лоскутах очень много темноты. И я эту джинсу и вдоль, и поперек разрезаю, чтобы немножечко у меня работа была такая пестренькая. Вот, отрезалась или платье, юбка, не знаю, что это такое. Для контраста я также ее порежу. Этому видео вот действительно настоящее название «Хлам в дело». Вот что можно сделать с этих обрезков? Да ничего. А так, если порассуждать, то можно и косметичечку, и сумочку скомбинировать это все. И очень хорошенькая, миленькая будет работа. Причем вещи все вот это не замутысканные. Может быть, они и были носимые, но они чистые и без всяких повреждений. Вот такие нарядные лоскуты мне пойдут в пиццу. И посмотрите, вот они цветы, да? Можно также повырезать их и также добавить в пиццу. А это у меня пальтовая ткань. Ушивался какой-то кардиган. Я его тоже буду использовать. Как вы видите, я нарезаю произвольно. Ничего не выравниваю. Ни по линейке, никак. Вот как она и идет в кость, так я и буду пришивать. Вот что я сделала. Я взяла абсолютно ненужную ткань. Вот эту синюю я использовала всегда как подложка. Она очень сильно выцветает. Это не мой стиль, и эта ткань красится. В серединке взяла синтепон. Сделала выкройку. Это у меня прорезь под унитаз. И получается у меня одна часть длинная, другая короткая. Вот мои лоскуточки. Я их вот так потеребю. И как они у меня будут ложиться, я даже подбирать по цвету их не буду. Как будут идти, так и будут. И начну я пришивать вот с этой верхней части. И пойду вот так. Да, правильно? Смотрите, я буду шить на свободном ходу. Если у меня строчка пойдет так, я вот так подкладываю и прошиваю, прошиваю, прошиваю. Второй ряд. Также, вот видите, пробел сюда. И они как-то будут подобие в шахматном порядке. Видите, они все разные. Вы берите направление. Если вы будете шить не на свободном ходу, вы должны выбрать свой ход. Например, вы шьете вот так зигзагом, разложили, зафиксировали, допустим, булавками, и вот так вы шьете. Потом другой ряд. И тогда вы не будете повторять строчку по одному и тому же месту. Вот посмотрите, вот здесь у меня пустота. Подложила. Подложила. И делаете немножечко внахлёст. Обметывать не буду, зигзагом не буду. Пусть джинса махрится. Со временем будет как бы хромушка. Такую работу делаю первый раз. Даже не боюсь испортить.
Здесь даже и портить нечего. Это будет коврик в туалет. У меня два туалета. На втором этаже ко мне в туалет никто не ходит. И никто его видеть не будет. Только я одна. Мое полотно получается чуть больше метра. Чтобы ничего не деформировалось, я сейчас это снимаю. Пускаю по периметру строчку и кое-где пускаю строчки. И когда будем прошивать, у нас мы точно будем знать, что у нас ничего с вами не будет выскакивать. И еще забыла. Это нетканное полотно, чем мы закрываем теплицу. Я его специально положила на низ, потому что синтепун иногда пробивается, выскакивают эти волосики, чтобы обратная сторона тоже была более-менее приличная. Смотрите, что у меня получилось. Из ненужных обрезков стала нужная вещь. 1,15 на 68 см. Вы ничего не вымеряете, вы просто подкладываете лоскуты и шьете. Вот так выглядит свободный ход. Разное сочетание. И посмотрите, какое милое получилось изделие. Как вам такой вариант? Я даже могу сказать, что немножко сочетается с плиткой. А на обратную сторону я пришила ненужную ткань. И сам коврик получился достаточно такой плотный. Но его можно и руками постирать, и в машинке. Жесткость есть в нем. Своеобразно так получилось. Кто-то скажет... как в деревне, но я живу в деревне. С вами Валентина. Пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и заходите в гости. Пока-пока!